Привет-привет, ребята! Вы на канале Мультмикс! И сегодня мы продолжаем играть в наших любимых овечек. Ребят, ну что, давайте начнем. Это у нас с вами вторая часть. И мы сейчас вот здесь будем играть вот так в такую локацию. Тренинг. Сейчас посмотрим, что же нас здесь ждет. Мы с вами, ребят, с овечками путешествовали в космосе. А теперь будем с вами другую локацию. А, это же вообще тренировка, похоже. Ну да, точно. Так, вот так, давай самая маленькая. Самая маленькая, самая прикольненькая. Да, ребят. Так, ну вот, наши овечки, их никак не может сдвинуть с места. Так, нужно нажать вот на ту кнопочку. Сейчас мы... Вот это... Я не помню, в прошлых уровнях, по-моему, мы тоже такую тренировочку проходили. И было, по-моему, то же самое. Так, вот, наперед собирается. Отлично, кнопочка нажата, и путь свободен. Теперь мы можем пойти... Следующий уровень. Так, отлично. Как прикольно прыгает маленькая овечка. Так, что это такое? Что это за кнопочка? Так, нажмем на эту кнопочку. Ага, кнопочка нажимается, путь открывается. Так, поставим коробочку сюда. Тут какая-то вообще интересная стиральная машинка. Давай, давай, давай. Эх, отлично. Спасибо тебе, стиральная машиночка. Так, ну и самая маленькая овечка сейчас у нас вот сюда. А, она пролезет. Она у нас везде пролазит, если честно. Но она не может сильно высоко прыгать. Так, что это такое? Наши овечки решили, что ли, поучиться или что сделать? Ну что, ребят, давайте начнем. Ну что, ребята, опять у нас очки, нам нужно собирать. Так, ну что, двигай этот камушек, давай, 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 давай. Эх, надо было большую овечку сюда отправить, чтобы она сдвинула. И было очень легко. Так, второй носочек. Интересно, тут есть какие-нибудь скрытые лозы, чтобы находить третий носочек? Или какой-нибудь третий сюрпризик? Ну, постараемся, ребята, посмотреть. Может быть, есть что-нибудь интересненькое. Эх, не запрыгивает! Как так? Так, давай-ка поможем тебе. И главное, не раздавило, чтобы наша большая овечка средняя. Да, ну вернее барашка Шона. И маленький барашек сейчас у нас с вами. Да, это барашки, это, наверное, не овечки, это все-таки барашки. О, ничего себе! О, это куда они провалились, ребята, посмотрите. Похоже, они провалились в подземелье. Два носочка, и у нас две звезды. Похоже, какой-то был скрытый носок. О-о, подземелье. Так, интересно, кто тут живет? Наверное, тут живут кроты. Так, ребят. Ой, подождите нас, подождите. Ой, трусы какие-то, ребят, мы с вами собрали. Ну, в этом уровне, похоже, нам дадут три звезды. Так, а как же нам... Ага, вот так. Маленькая овечка сейчас будет стоять. Ну, а что же нам сделать, чтобы лифт был постоянно опущен? Ребята... Что-то нам нужно сделать. Может быть, есть какой-нибудь ящичек? Хотя нет, ящичка нету, к сожалению. Так, ну что, бежим, 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 бежим. Давай, давай. Нет, маленькая. Маленький барашек не успел. Так, двигайся. А как же нам с вами вот маленького барашка-то? Сейчас мы попробуем вот так. Давай, миленький, выбирайся скорей. Так, ну что, беги, беги. О, отлично, у нас барашек шел, у нас с вами хорошо умеет прыгать. Три звезды, ребят, похоже, у нас сегодня будет. Эй, всего лишь две звезды. Так, как несправедливо. Видимо, у нас забрали одну звезду за то, что мы долго проходили.
Ой, это что такое? Это что? Это что такое происходит с нашим барашком? Так, ребят, ой, вот это веселье. Так, интересно, тут скрытые какие-нибудь тоже есть штучки. Так, нажимаем на кнопочку, включается у нас с вами, ребят, магнитик. Но пока для чего он нужен, непонятно. Так, сюда заберется только маленький барашек. Придется нам его... А, вон они, трусы, ребята, внизу, видите? Так, ну туда заберется только маленький барашек. Так. Давай, прыгай, миленький. Так, сначала вот на ту кнопочку нажмем. Ой, а ты не достаешь. Придется нам помочь тебе. Так, вот так. И прыжок. Отлично. Так, и что это будет? Ну, понятно, что тазик присосался к магниту. А куда его теперь? А, вот сюда. Ой. Так, отходи, барашек. Ха, отлично. И сейчас можем перевести какую-нибудь овечку куда-нибудь вон на тот берег. Так, теперь нам нужно собрать как-то трусы. Так, давайте их соберем. Ну, вот маленькая овечка сейчас... Ой, она не умеет нырять. Как так-то? Что за несправедливость? Да, акваланг забыли дать маленькой овечке. О, вернее, барашку. Так, ну что, давайте... О, потопило! Ничего себе, ребята, какой кошмар! Вот это да! Нет, похоже, нам нужно туда маленького барашка. И вот пытаться его потопить. Интересно, ему только хватит воздуха или нет? Да уж. Или, может, и не будем эти трусы, ребят. На то как-то слишком сложно. Так, нажимаем сюда. О-о-о, барашек, держись, держись. Тебе не хватает воздуха. Так, ребята, главное его не упустить, иначе он... О, вот так. Так, давай-ка двигайся сюда. Забирайся уже вверх. Эй, эй, пододвинься. Так, теперь... И мы перешли в следующий уровень. Но, к сожалению, мы с вами не собрали эти трусы, плавки. О, там даже два секрета, ребят, было. А мы с вами, к сожалению, не нашли их. Ну ладно, переходим в следующий уровень. Так, а это что вообще такое? Это тут какой-то динамит, что ли? Это что, нам придется взрывать, что ли? О-о, сейчас будет бух. Ой, ничего не было. А что нужно делать? Нужно взрывчатку пододвинуть, ребята. Как же мы не догадались. Так, вот она, взрывчаточка. Так. Давай-ка ее сейчас вот так вот. Сначала соберем вот это вот. Сначала маленького барашка наверх. Теперь пододвинем динамитик. И теперь нам придется сделать вход, так скажем, да. Чтобы наши барашки пролезли, потому что у нас пролез только маленький. Нажимаем и... Бум! Ой, ничего не случилось. А почему? Странно, странно, ребята. Что-то мы не то взорвали, похоже. Да уж. Придется, похоже, нам начать заново этот уровень. Так. Ну что? А то, что мы начали заново, нам ничего не дает. Мы не знаем, как пройти этот уровень. Так, ладно, нажимаем сюда. Сюда. А может быть... хотя она все равно туда не пролазит, ребят. Странно, странно. Да, придется нам взорвать большого барашка ненадолго. И что, чтобы он пролез как-то. А потом снова надуется. Так, ну что, барашек, что с тобой делать? Может быть, тебя туда вот так, может быть, ты запрыгнешь? Так, отличненько. Так, а ты, барашек,
барашек сон. Сюда. Сейчас большой сюда запрыгнет. Эх, никак. Нужен, наверное, еще маленький барашек, чтобы запрыгнуть. Эх. Придется маленького вызвать на подмогу, но он не сможет спуститься, ой, вернее, подняться без барашка Шона. Так, вот так. Ой, тоже не запрыгивает. Да что такое? Хм. Никак, никак. Придется, похоже, большого сюда спускать, чтобы туда всем забраться. Здесь он проходит, конечно. Так, давайте попробуем вот так. Сейчас мы их вот немножечко по-другому выстроим, чтобы он запрыгнул, наш барашек. Ну, давай. Ой-ой, какой прыгучий. Так, отсюда. Отлично, он смог запрыгнуть. Теперь второго барашка сюда. Сюда. Отлично. Теперь барашек Шон. Уху! Самый прыгучий барашек в мире. И все равно он не запрыгивает, к сожалению. Да, похоже, один баран все равно должен остаться на земле. О, отлично! Получилось! Все получилось! Так, ну-ка, этот большой барашек сможет перепрыгнуть туда на самый верх? Ура, ребята, он смог перепрыгнуть. Отлично. Так, ну как-то теперь барашка Шона. Ну, теперь маленький барашек поможет забраться барашку Шону туда наверх. Да, вот так вот сейчас он ему поможет забраться. Эй, пододвинься, пододвинься, я хочу тебе помочь. Эй, двигайся, двигайся. Так, сейчас вот так вот запрыгнет он наверх. Отличненько. Так, теперь маленький барашек сейчас тоже наверх поднимется. Вот через эту. О, куда, куда покатился назад? Нас может потом взрывной волной просто убить. Так, ну что ж, он, давай спускай взрывчатку. Хотя неизвестно, для чего нам нужна взрывчатка. Можно было просто без взрывчатки, наверное, прыгнуть туда и все. И... бум! Вообще, тут взрывчатка вообще не нужна, если честно, ребят. Она, наверное, нужна была, чтобы какой-нибудь секретик получить. Хотя нет, было три носка. Три носка мы нашли. И переходим в следующий уровень. Ребят, ну я думаю, пора заканчивать это видео. В следующей серии мы с вами пройдем этот уровень. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока!